В Германии из-за напряженной ситуации с энергоснабжением жителям могут начать локально выключать свет, заявил глава федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах Ральф Тислер в интервью изданию «Вельтам Зонтаг». Зимой будут случаться блэкауты, и к ним нужно быть готовыми. Речь идет о региональных и ограниченных по времени отключениях электричества. Причиной таких ограничений может быть не только нехватка электроэнергии, но и плановые отключения для обеспечения безопасности и надежности электроснабжения, рассказал Тислер. Он подчеркнул, что риск отключения света вырастет в январе и феврале 2023 года. Ранее сообщалось, что газохранилища Германии заполнены более чем на 99%. Венеция станет первым городом в мире, который будет взимать плату за посещение, пишет Европульс. Деньги придется заплатить всем туристам, которые приедут в город на один день и не останутся на ночлег. Так, мэрия хочет защитить город от разрушения. Как сообщало издание, в своем намерении внести плату за въезд в город с однодневных туристов мэрия объявила еще в 2019 году. Однако разработка системы оплаты заняла больше времени, чем планировалось. В итоге налог решено ввести с января 2023 года. С туристов будут взимать от 3 до 10 евро. Цены будут варьироваться в зависимости от количества посетителей. Чем больше туристов, тем выше стоимость входа. Налог можно будет оплатить через специальный сайт, после чего посетителю отправят QR-код, который можно будет предъявить по первому требованию. Неплательщикам придется заплатить штраф в 300 евро. Новый налог не нужно будет платить детям до 6 лет и людям с особыми потребностями. Ежегодно город с населением 55 тысяч человек принимает 30 миллионов туристов. Потоки людей оставляют в Венеции мусор, а также увеличивают уровень шумового и светового загрязнения. Все это не только доставляет дискомфорт местным жителям, но и наносит вред культурному и архитектурному наследию города. В Венеции уже давно пытаются спасти город от разрушений, вызываемыми миллионами туристов. Например, круизные лайнеры уже не заплывают в центр Венеции. Китай стал ведущим импортером одежды в Казахстан, пишет «Курсив». Доля этой страны в импорте одежды и текстиля в этом году достигла рекордного показателя в 49%. Доминирующее положение позволило поставщикам из КНР нарастить стоимость поставок в Казахстан в два раза при фактически неизменном физическом объеме. Согласно данным Бюро нацстатистики Казахстана, общая стоимость импортной одежды и текстиля за 9 месяцев этого года превысила миллиард долларов, что больше всего годового показателя 2021 года. Топ-3 импортеров одежды в Казахстан в этом году выглядит так. Китай – доля 49%, Турция – 24%, Россия – 13%. Своего лидерства на внутреннем рынке Казахстана Поднебесная добилась всего за 3 неполных года. И поворотным моментом стала пандемия. Именно в 2020-м Китай стал наращивать поставки одежды и текстиля в Казахстан, вытесняя конкурентов. Тогда удельный вес китайских текстильных товаров составлял 30%. В 2021 году КНР увеличила показатель до 43%, а в 2022 еще на 6%. В этом году китайские поставщики отправили в Казахстан 49 тысяч тонн товаров из текстиля на сумму 555 миллионов долларов. Ситуация с кратным удорожанием этой категории товарной продукции не характерна для остальных участников рынка. Турция, например, тоже увеличила поставки одежды в Казахстан в два раза, и настолько же вырос и стоимостный объем этого импорта. Российской одежды привезли в этом году чуть меньше, но она подорожала на 26%. Остальные страны-импортеры текстиля занимают очень маленькие доли на рынке Казахстана, и их влияние на ценовую политику незначительно. В Узбекистане киберспорт официально признали отдельным видом спорта. Постановление подписал президент, пишет Уздейли. С 2023 года в стране по традиционным видам киберспорта ежегодно будут проводиться турниры и чемпионаты. В апреле – республиканский чемпионат, в декабре – турнир Кубок Кабинета министров Республики Узбекистан, в июне – турнир Кубок молодежи. Одним из основных направлений развития киберспорта определена организация республиканских и международных чемпионатов и турниров, а также налаживание достойного участия в престижных международных и региональных соревнованиях по этому виду спорта. Также в Узбекистане создан межведомственный совет по дальнейшему развитию и широкой популяризации видов киберспорта. Утверждена программа мер по дальнейшему развитию и широкой популяризации видов киберспорта, предусматривающая поэтапное устранение проблемы пинг в киберспорте. А в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта, начиная с 2023-2024 учебного года, будет открыто направление образования бакалавриата «Спортивная деятельность, киберспорт». Срок обучения по данному направлению – 3 года.